Слава богу. Почему так долго? Все пошло не так. Это мягко говоря. Крис, а мужик тот куда делся? Его убили. Ой, нет. Что случилось? Тот монстр разорвал его. У меня на глазах. Кошмар. Так, еще дверь есть? Нет. Точно? Что ты ищешь? Другой выход. Майк, пожалуйста, не надо ничего искать. Будет лучше остаться здесь до рассвета. Здесь хотя бы безопасно. О, да? Предлагаешь нам дождаться, пока этот монстр вломится сюда и сожрет нас на завтрак? За нами придут. Утром. Ты уверена? Так оно и будет, правда, Эм? Ну, да, наверное. Как хотите. Я пошел. Майк, слушай, ключа от фуникулера нет. Джош. Его забрал Джош. Джош? Еще одна шуточка. Класс. Если этот монстр утащил Джоша, то все, нам крышка. Не знаю, Майк, может быть. Что может быть? Может, он забрал Джоша в шахту? Что? Я видела там внизу ужасные вещи. По-моему, этот монстр там живет и... Эм, что? Хрен с ним. Я достану ключ. Прямо из логова этой твари. А потом мы свалим отсюда. Что это такое, Эм? Сумка того мужика. Там карта? Он ко всему подготовился. Не совсем. Что это за место? Охренеть. Что? В чем дело? Я был там. Это жуть. Вот там? Кое-кто выжил, но 15 человек погибло. И был какой-то репортер, который вроде как узнал какую-то страшную тайну. Я нашел чертежи. Руководство знало, что шахта обрушится, но ее не закрыли. Майкл, давай лучше подумаем, как нам убраться нахрен с этой долбанной горы. Просто это странно. Везде чертовщина какая-то. Как-то странно, что есть тоннель между домом и лечебницей, ведь правда? Я по нему и шел. Я видела это внизу. Думаю, там он живет. Эм. Эм, что это? А? Что? Что это? Эш. Эм, господи, боже мой, только а, не да это какой ничего, ужас, ну подумаешь, укус. Укус? А чей укус? Ну, это... Вендиго. Что? Ну, правда, это ничего, просто царапина. Болит? Черт. Уже совсем не болит, честно. Да все нормально. Эм, если он тебя укусил... Я знаю, что вы думаете, это ерунда. Да ну. Да. Эмили, дай нам посмотреть. Эмили, если тебя укусили, ты можешь превратиться в такого же монстра. Да, это просто смешно. Он же сказал это от того, что они друг друга ели. Ты а слышала? Он это имел в виду? Да. Раз он тебя укусил, ты тоже станешь Вендиго и захочешь убить нас. О, господи, что теперь делать-то? Ты должна уйти. Что? Майк! Уходи. Ты издеваешься? Эмили, ты теперь опасна. Ты офигел, что ли? Послушай, ты не можешь остаться здесь. Майк, остынь, хорошо? Откуда нам точно знать? Может, это просто укус? Я видел, на что они способны. И с меня хватит. Вы что, ребят, вы совсем? Вот дверь. Я даю тебе уйти добровольно. Нет, ты просто отправляешь меня на смерть, но хочешь остаться чистеньким. Ты знаешь, что Вендиго тут же меня разорвет, как разорвал того. Да уйди ты, наконец, слышишь? Ты, уйди отсюда! Эй, ладно. Эй, Майк, остынь. Ты стрелять будешь? Майк, в меня? Ты слишком опасна, Эмили. Стой. Мы все в опасности, пока ты здесь. Нет. Мы все... Нет, нет, не надо! Мне очень жаль. Но если честно, я бы не стал. Поэтому не будем стрелять. Нет, я не могу. Господи, ты правильно сделал. Ну, надеюсь. Не знаю. Посмотрим. Блин, чёрт! Следите за ней. Если хоть что-то пойдет не так, что делать знаете? Да. Ждите здесь. Ясно?
Выходить нельзя. Я скоро вернусь. Он сумеет нам помочь. Кто, тот дядька? Теперь нам конец. Нет, это значит, что нельзя раскисать. Мы и сами справимся. Я не уверена. Немногие осмеливались охотиться на Виндиго. Я единственный... Да он же ненормальный. Я единственный, кому удалось их обуздать. Услышь мои слова, не то тебе грозит смерть. И после тебя погибнут еще многие. Виндиго не должен вырваться на свободу. Виндиго – порождение каннибализма. Когда человек отчаивается, когда он попадает в снежную бурю и не может спуститься с горы, когда его много дней мучает голод, вот тогда в него вселяется дух Виндиго. Даже сильный человек против него беззащитен. Он будет убивать без пощады. Зачастую как раз своих бывших спутников. Он будет пожирать сырое мясо трупов. Следующее. Когда-то в этих горах жило племя, именуемое Кри. Тут очень давняя история. Так, пролистаем. Дальше. Глаза Виндиго меняются. Его зрение затуманено. Но движущиеся объекты... Тут сказано, что поскольку Виндиго мутируют из людей, они научились отлично подражать людям, чтобы подманивать свою жертву. Ну, короче говоря, вкратце она пересказала. Но также давайте посмотрим полное описание. Я убил 6 Виндиго. Ух ты. В огне спалил. Так, дальше. Существует защита, оказывается. Укус безвреден. О, нет, нет, нет. Что? Нет. Что там написано? Написано... Укусы... Если тебя укусят, это не заразно. Типа, ничего страшного. Дай посмотреть. Что ты сказала? С тобой все нормально. Нормально? Укус не опасен. Майк чуть не убил меня. Это нормально? Он не убил же. А эта сука только рада. Не надо. Она просто испугалась. А я не испугалась? Прости, Эмили. Я не знала, что может случиться. Хватит. Никто не знал. Слушай, хватит. Даже не отмазывайся. Эмили, ну постарайся меня понять. А вот так тебе понятно, овца? Прости меня. Ну, пожалуйста, прости меня. Черт. Нет, нет, нет. Нам нужно к Майку. Срочно. Джошуа, зря ты меня не слушал. Это по твоей вине погибли люди. Даже не знаю, что хуже. Своими активными действиями обречь кого-то на гибель или позволить трагедии случиться. Потому что тебе лень было пошевелиться, помочь другому. Помнишь год назад, а? Ты бросил сестер умирать. Пальцем не шевельнул. Тебя сковал страх за самого себя. И ты наплевал на истинную угрозу. Ты думаешь только о себе, Джош. Всегда только о себе.
Твоя игра закончилась очень плохо. И твои друзья, как и твои сестры, тебя бросили. Ты один. Ты чувствуешь ледяное дыхание одиночества, да? За что ты так с ними? Джошуа, объясни, за что? Да, ну разумеется. Они же были твои друзья, а ты обманул их. Заставил их пережить настоящий кошмар. Просто игра? Но эта игра погрузила тебя в один из твоих величайших страхов, Джошуа. Страх одиночества. Ребята, слава богу. Почему так долго? Все пошло не так. Его нет. Мы опоздали. Шш, тихо. А он... Стой! Не двигайся. Твою мать! Какого... Что ты ищешь? Другой выход. Майк, слушай, ключа от фуникулера нет. Джош. Его забрал Джош. Что это такое, Эм? Может, он забрал Джоша в шахту? Эм, что это? А? Ты слишком опасна, Эмили! Стой! Нет, я не могу. Господи, ты правильно сделал. Следите за ней. Я скоро вернусь. Все правильно. За собой надо двери закрывать. Но что меня, конечно, удивило, так это то, что никто не догадался взять пистолет. Они его оставили там лежать на столе. И почему-то Майк тоже с собой абсолютно ничего не взял. Да, как это ни печально, нам приходится сюда возвращаться. Лицо попроще. Погнали. Так, теперь в этот проем. Обалдеть. О, круто. Поглядите-ка. Куда делись волки? Где волки? Эту дверь не открыть. Пойдем искать волков. Так, смотрим, что у нас здесь, на втором этаже. А, вот и спуск. Спрыгиваем. О, да. Красавчик Майк. Теперь найти виллы и собрать толпу. Годится. Блин, а побольше не судьба было взять? Чё так мало? Патронов? Прихватил.
посмотрим. Вот с этой дверью можно взаимодействовать, поэтому спокойно проходим. Тотем. Поглядим. Итак, что здесь? Ух ты, блин! Нет, 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 нет. Только не Виндиго. Короче, надо быть намного осторожнее. Что ж, пойдем. Гаси. А чё там многовато могил-то, да? И все умерли в один день. Дальше пошли. Ладно. Очень рад. Очень хороший. Ладно, друг. Пошли со мной. Ну, значит так. Я посмотрел на карту и знаю, куда идти. Вот здесь должен быть проход в шахту через психиатрическое отделение. Думаешь, найдем? Ты абсолютно прав. Молодец. Нашли здесь себе друга. Так намного спокойней. Ну, не сыкотно, по крайней мере. Волк-то должен нас, я думаю, предупредить, если где-то рядом будет Виндиго. Дружок, успокойся. Что там? Я так не могу, волчок. Похоже, я тут застрял. Была не была. Кое-что я могу. А, дружок? Ну что? Продолжаем идти по веселой психушке. Так, давайте посмотрим. Ой-ой-ой. Первичный отчет. Указываются симптомы поступивших больных. Так. Здесь уже то, что было написано. Вот в этом месте, на оборотной стороне. И предлагаемые действия. Сколько? 326 килограмм поднимал? Один пациент? Но это по-любому Виндиго. Там же как раз про них писали, что они вроде как сильные, мощные.
тварь. Охренеть. А что же я тут ввязался? Кошмар. Смотреть противно. А вдруг что-то важное пропустим? Да нет. Здесь у нас что? А двери здесь бронированные. Тут буйных, что ли, держали? Нифига себе. Бронированную дверь выбил. Виндиго. Ну да, силушки, конечно, у них, наверное, дофига. Что это за место? Выпустите нас. Мы голодаем, замерзаем. Вы за все заплатите. Немедленно прекратите эксперименты. Да, все понятно. Почему они такие злые? Черт! Заходим. Аккуратно. Пошли. Давай, 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 порезче. Нету там. Все чисто. Да нет, ты гонишь. Чё туда стрелять-то? Не-не-не. Это всего лишь крыса. Обалдеть! Получай, мразь! Чёрт, нет, нет. Ну и куда? Давайте вперед. Давай резче. Блин, там что, тупик? Придется выходить обратно. Кто здесь? Черт, черт, черт! Черт! Опять он! Тварь! Попадание! Умница. Чш-чш, хороший песик. Чш-чш. Это еще что?
Где ты? Черт. Какого? Что? Меня хватит на всех! Офигеть, сколько их здесь! Что у тебя? Ладно. Ай-яй-яй-яй-яй! Этому скажем до свидания. Очень даже неплохо. Считайте, двоих сняли. Но там их было очень много. Вот как он здесь просто прошел первый раз, так что никто его тут не сожрал. Одному богу известно. Ну что, когда уже выйдем-то? Давай сюда вправо. Блин, где-то рядом. Их слышно, их слышно. Куда теперь? Твари, 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 твари! Еще увидимся.